Привет всем! Первый раз прогуливаюсь по дачам в городе Губкино, который находится на склоне между микрорайоном Журавлики и старым городом, как это там, линии. Никогда здесь не гулял. Когда-то, ну, лет 15 назад или 20 здесь дача. Люди на дачах работали, то есть они существовали, как бы были живые. Сейчас все заброшено, все заросло, и люди, ну, короче, люди здесь побросали, и вот такой как бы дикий лес, несколько, ну, минимум лет за 10 образовался, наверное, так. Ну, много винограда, слив, яблок. Ну, сейчас осень, уже ничего не найдешь, только вот виноградники растет. Можно сказать, лес в городе.